сейчас нахожусь на рынке кожаных изделий, сумок из натуральной кожи. Одно из самых зданий, таких с самыми лучшими магазинами, с самыми лучшими товарами, находится в Гуанчжоу. Этот рынок называется Байюн, недалеко от самой горы Байюн. Здесь можно найти копии практически всех брендов: Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Hermes, Chanel, все-все-все бренды, Michael Kors, причем самые последние коллекции, все быстренько копируются и уже сразу продаются здесь. Кроме сумок, здесь можно купить также чемоданы, обувь, иногда какую-то одежду или какие-то аксессуары. Магазины все довольно чистые, опрятные. Конечно, нужно понимать уровень цен, торговаться. Если вы покупаете подделки, то их может быть, они могут быть абсолютно разного качества и по разной цене. То есть подделки, как бывают, неотличимы от оригинала. Допустим, сумки, которые покупают за $300, но они неотличимы от оригинала за $10,000. Либо же это та же подделка на ту же самую сумку, но она стоит, допустим, $50. И, естественно, она качеством хуже. В общем, интереснейшее место, всем рекомендую, как минимум, просто вступиться, скажем так, для себя. Здесь можно найти не только брендовые, а и просто качественные кожаные изделия, сумки, ремни, обувь. Это, как бы, если вы прилетели в Гуанчжоу, то это место такое, как бы, обязательное к посещению. Прилетайте в Гуанчжоу на выставку и на оптовые рынки. С вами был Андрей Ильенко, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Спасибо.